Международный детский фестиваль «Подводный мир» впервые проходил в Саранске в 2005 году. За 11 лет его существования в столице 13-го региона побывали тысячи любителей подводного спорта из самых разных стран. Многих участников привлекает именно спортивная составляющая фестиваля. Традиционно в рамках фестиваля проводятся соревнования по акватлону, подводной борьбе, а также турниры по скоростному плаванию и дайвингу. Спортивная часть нашего фестиваля с каждым годом развивается и становится более известной. Друзья фестиваля приезжают, будем так. То есть мы, наверное, не сможем даже принять всех желающих спортсменов, которые хотят приехать в наш прекрасный дворец водных видов спорта и принять участие в наших соревнованиях. Открывали программу фестиваля соревнования по акватлону. Подводная борьба в последнее время активно культивируется во многих регионах России. Поэтому саранским подводникам все сложнее удерживать пальму первенства в противоборстве с такими командами, как сборная Москвы, Нижегородской и Тульской областей и Татарстана. Однако по итогам командной борьбы именно мордовские спортсмены, воспитанники Республиканского спортивно-тренировочного центра «Старт», поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Во второй день фестиваля зрителей ожидало не менее увлекательное зрелище – скоростное плавание в ластах и моноластах. В личном зачете у девушек не было равных спортсменке из Дзержинска Анне Носовой. Она трижды поднималась на высшую ступень пьедестала почета. На дистанциях нырок 50 метров в моноласте, 100 и 200 метров в классических ластах. «Вообще-то спортсмены не любят делиться секретами своего успеха», — говорит Анна. Но для зрителей 10-го канала спортсменка готова сделать исключение. «Мой секрет в том, что как бы я учусь просчитывать метраж и время, то есть и по пульсу еще меряю. То есть за сколько метров, за определенное количество времени и сколько мой пульс, какой он, высокий, низкий, смогу ли я еще быстрее проплыть или не смогу, в пределах своих возможностей». Лучшие результаты среди мордовских пловцов показали Виктория Каргина, Данил Явкин и Дарья Якупова. Дарья хоть и была второй на дистанции 50 метров в классических ластах, однако сумела показать высокий результат и выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Она же стала победительницей в дисциплине дайвинг, комбинированное плавание у девушек. Здесь же у юношей победу праздновал наш Николай Правденков. Отметим также успех мордовской сборной по скоростному плаванию в эстафете. Ни одна из других 15 команд не сумела составить конкуренции нашим пловцам. Анастасия Мишкина, Александр Зюзяев. Наши новости.